я проведу лекцию о лекарственных растениях. Сегодня рассмотрим растение копеечник европейский. Красный корень – это неповторимое растение, является природным гормональным стимулятором половой активности у мужчин с мягким, щадящим воздействием, способным восстановить потенцию. Кроме этого, именно эта особенность растения позволяет с большим успехом его использовать при заболеваниях щитовидной железы. Красный корень обладает ярко выраженным противовоспалительным действием, способствует уменьшению симптомов доброкачественной гипертрофии предстательной железы, улучшает кровообращение и устраняет застойные явления в предстательной железе. При аденоме предстательной железы уменьшает явление дизурии, улучшает мочеотделение, способствует более полному опорожнению мочевого пузыря, снижает частоту мочеиспускания, особенно в ночное время. Нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, оказывает легкое стимулирующее и укрепляющее воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Способствует уменьшению интенсивности кашля, улучшению психоэмоционального состояния, показателей крови, не вызывает привыкания при длительном применении. Способствует предупреждению различных заболеваний, поддержанию физической активности даже у пожилых людей. Обладает высокой витаминной активностью, укрепляет и восстанавливает стенки капилляров. Выводит из организма тяжелые металлы и обладает антиоксидантной активностью, нейтрализует свободные радикалы, поэтому эффективен при онкологических и опухолевых заболеваниях. Препятствует развитию метастаз, поддерживает синтез веществ, которые регулируют тонус и перистальтику нижних отделов мочевыводящих путей. Это объясняет широкое использование красного корня в лечении и профилактике различных заболеваний опухоли, лейкозы, хронические воспаления репродуктивной сферы, простатиты, фибромиомы, импотенции. Заболевания мочеполовой сферы, аденомы, бесплодие, неврологических и сердечно-сосудистых патологий. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является руководством для самолечения. Перед применением препарата необходимо проконсультироваться со специалистом и ознакомиться с инструкцией, утвержденной производителем.